Чуть больше месяца осталось до открытия крупнейшего в Югре парка «Россия. Моя история». Он появится в Сургуте в жилом комплексе «Возрождение» на Меликкарамово. Открытие, по предварительной информации, намечено на начало декабря. Уже завершены отделочные работы. Комплекс принимают сотрудники санэпидемстанции, Ростехнадзора, МЧС и представители других служб. После получения положительного заключения специалисты приступят к установке оборудования. Подрядчики прибудут на объект в начале ноября. Монтаж основной композиции начнется 16 числа. Ну а прямо сейчас завершается благоустройство территории вокруг парка. Ранее был заключен муниципальный контракт на устройство дорожек, тротуаров, освещения и видеонаблюдения. Контракт заканчивается 31 октября. В настоящее время выполнена работа по асфальтированию, заканчивается работа по укладке брусчатки, там буквально квадратов, ну может 20 осталось. И получается на этой же сегодня-завтра начнут устанавливать ограждение и опоры освещения. Вся электрика проброшена, так что задержек не будет.